Мне было 3 года, моя мама в гараж меня привезла, ракетку дала мне руки и увидела, что я мог по мячу бить. И потом меня поставила на тренировки в Австралии, и я оттуда играл каждый день. Там тяжело, там я... Мои родители со мной по-русски разговаривают, а я по-английски им отвечаю. И с бабушкой я только по-русски разговариваю, она не умеет по-английски. Самый запоминающий на прошлом году в Australian Open это было, когда я выиграл у Тима. Ну, конечно, он retire сделал, и мы не закончили матч. И потом третий круг против Пуи. Это был самый крутой матч, который я играл в жизни, и мне очень понравилось там играть. Ну да, по-моему, сейчас уже потеряно. Ну, они иногда разговаривают про их, как они там жили. Ну, и у меня нет никого там в России больше, и я немного знаю про Россию. Всего 3 секунды, и твоя ставка в игре Winline.